Как самочувствие после первой игры? Хотелось выиграть, проиграли. Немного расстроен немножко, что в конце там не помог команде. Да. Вот. Ну, могли выиграть, и был шанс, надо было брать его. Чего не хватало сегодня для победы? Лично с моей стороны несколько глупых фолов было. Не забил пару раз. Два последних штрафных не забил. Но оно все складывается, и 5 очков это не так уж и много, поэтому каждая мелочь важная в этой игре. Имел только 3 тренировки с командой. Может, времени хватало тебе? Нет, все было нормально. Тренер все доступно объяснил, все ясно. Но дело не в этом. Что можешь сказать про команду Ювентуса? Ну, хорошая команда. Думаю, что можем побороться со всеми, и еще все впереди.